Всем привет! Сегодня видео на косметическую тему. Девочки, тема интересная, важная, поэтому обязательно оставайтесь со мной, досмотрите видео до конца. И сегодня по традиции еще и будет конкурс, а приз шикарнейший, но об этом чуть позже. Ну а теперь ближе к делу. Девочки, в возрасте 40+, 50+, 60+ и выше, акцент мы должны делать на увлажнение кожи, а не только на питании. Потому что с возрастом уменьшается количество подкожного жира, и в клетках все меньше и меньше влаги становится. Поэтому увлажнение – это правило номер один в уходе за кожей, особенно лица. И сегодня я познакомлю вас с увлажняющими корейскими средствами, которые я заказала на сайте Космаси. Давно пользуюсь корейской косметикой. Она особенно эффективна для увядающей и стареющей кожи. О, стареющей не буду говорить. Для увядающей, для возрастной кожи. На сайте Космаси такой огромный выбор корейских брендов, что это просто можно зависнуть на несколько дней в этом магазине. Корейская косметика продается там только оригинальная, обязательно с переводом на русский язык. Заказы доставляются очень быстро. И что мне нравится, в каждой посылке обязательно лежит подарочек. А то и несколько. В виде пробников. Вот у меня тоже были подарочки. Значит, маска с муцином улитки. И различные вот такие пробнички. Я еще не смотрела, но здесь и гели, и сыворотки, и крема различные. Вот, и еще даже какая-то кислородная масочка есть. То есть всегда вот каждому покупателю, каждому кладут пробники. Сегодня я вам покажу очень интересные и оригинальные уходовые средства. Я таких средств не встречала ни у одного европейского или российского бренда. И начать я хочу вот с этой великолепной красной коробочки. Корейцы огромное значение придают и упаковке. Вы посмотрите, какая великолепная коробочка. Она даже послужит украшением где-то на туалетном столике. Но вот умеют корейцы делать упаковку, умеют. И что же в этой коробочке? Есть книжечка вот такая, но, правда, на корейском языке. И в этой коробочке находится вот такая шикарная баночка. И в этой баночке гидрогелевые, увлажняющие, антивозрастные патчи. И плюс еще здесь же находится крем. Я первый раз такое встречаю. Патчи содержат алмазную пыль и коллоидное золото. Эти патчи я могу порекомендовать как антивозрастное средство. Мимические морщины заметно разглаживаются, снимается отечность. В составе есть еще и экстракты алоэ, зеленого чая, розы и морских водорослей. Патчи мы наносим под глаза на очищенную кожу и держим полчаса. Я обычно хожу с ними дольше, до тех пор, пока лепестки полностью не подсохнут. Затем вы эти патчи снимаете, открываете другую крышечку у коробочки у этой, и здесь находится крем. Вы посмотрите, как удобно и как здорово. Этот крем тонким слоем вы наносите на кожу под глаза и легкими похлопывающими движениями вбиваете этот крем в кожу. Крем отлично увлажняет кожу, убирает пигментацию, то есть немного осветляет кожу вот здесь вокруг глаз, снимает следы постакне. И крем-гель обладает еще и лифтинг-эффектом, то есть кожа очень хорошо подтягивается.
Следующее средство, которое я вам хочу показать, это, правда, не корейская косметика, а это японский бренд. То есть вот на сайте Космаси вы и японские бренды тоже можете встретить. А это вообще крем супер увлажняющий. 10 в одном. Я тоже такой крем встречаю впервые. То есть, проще говоря, этот крем заменяет собой 10 уходовых средств. И вы сократите время ухода за собой. Этот крем заменяет молочко, лосьон, крем для кожи вокруг глаз, крем для рук, крем для тела, маску, сыворотку. Пользоваться им нужно утром и вечером. Наносите после умывания сразу, ну и вечером на очищенную кожу. Этот крем можно использовать и в виде маски. Мы наносим его более плотным слоем, ждем минут 5-10, излишки промакиваем салфеткой и не смываем. Крем содержит коллаген, гиалуроновую кислоту, маточное молочко, экстракт листьев артишока и ретинол. Этот крем не содержит никаких силиконов, парабенов, каких-то там отдушек и всего прочего вредного для нашей кожи. Этот крем очень хорошо омолаживает возрастную кожу и очень хорошо увлажняет ее и подтягивает контур. Вы заметите это буквально после уже нескольких применений, что контур лица действительно подтягивается. Еще один уникальный крем для увлажнения кожи. Это супер увлажняющий крем с микрокаплями воды. Этот крем нужно наносить на очищенную кожу лица утром и можно вечером. При соприкосновении кожи на поверхности образуются миллионы микрокапелек воды. И создается невидимая нанопленочка на лице. И таким образом наша кожа становится увлажненной на длительное время. В составе этого крема гиалуроновая кислота, которая увлажняет и омолаживает кожу, аденозин разглаживает морщины и улучшает эластичность кожи, ниацинамид способствует мощному клеточному обновлению. Этот крем можно применять в любом возрасте. Если у вас очень сухая, вялая кожа, дряблая кожа, покрыта сеточкой мелких морщин, то я вам очень рекомендую этот супер увлажняющий крем. Мы знаем, как полезно для здоровья оливковое масло, но оно очень полезно и для кожи, так как оливковое масло содержит мононенасыщенные кислоты, витамины и обладает лечебным действием. Я заказала на сайте вот такой набор премиум-средств, увлажняющих средств с маслом оливы. Смотрите, какой шикарный набор. В него входит увлажняющий тоник, увлажняющий лосьон и питательный увлажняющий крем для лица, а также 4 миниатюры этих средств в travel-версии. То есть вот эти маленькие флакончики можно брать с собой куда-то в дорогу, в поездку, в отпуск. На ватный диск вы наносите сначала увлажняющий тоник, протираете кожу лица, затем вы наносите увлажняющий лосьон, и третий этап увлажнения – это нанесение питательного увлажняющего крема. То есть это вот такой специальный увлажняющий, опять же, уход с маслом оливы. Единственный недостаток у этих средств – это здесь во флаконах нет дозатора. То есть пользоваться этими средствами немножко проблематично.
Здесь видите узкое горлышко, и чтобы воспользоваться тем же лосьоном, который все-таки имеет такую густоватую консистенцию, то приходится вот так трясти флаконом, чтобы достать оттуда немного средства. Если производители добавят сюда какие-то дозаторы, то этим средством просто цены не будет. Набор, он не такой дорогой, и вы можете приобрести его не только для себя, но и кому-нибудь в подарок. Со всеми средствами, которые вы у меня сегодня увидели в обзоре, вы сможете поближе познакомиться, пройдя по ссылкам. Все полезные ссылки будут внизу под видео. Заходите в магазин Космаси по ссылке и наслаждайтесь огромным выбором корейской шикарной косметики. Ну, а сейчас очень приятный момент этого видео. Я объявляю конкурс. Для начала я покажу вам приз, который достанется кому-то из вас. А приз будет у нас вот такой. Это многофункциональная ампульная сыворотка с золотом и с пептидами. Активные компоненты – это чистое 24-каратное золото, которое способствует быстрому проникновению в кожу молекул кислорода и способствует обновлению кожи на клеточном уровне. Пептиды проникают через роговой слой кожи и запускают процесс восстановления. Маточное молочко увлажняет, питает, стимулирует кожу и придает ей сияние и жизненную силу. Эту сыворотку я заказала специально для вас, девочки. Ну и мальчики тоже. Может быть, мальчики захотят такую сыворотку выиграть в подарок своей жене, своей дочери, своей возлюбленной и так далее. Поэтому, мальчики, не стесняйтесь, тоже участвуйте в конкурсе. Смотрите, здесь, значит, тоже есть лопаточка, которой эту сыворотку надо наносить. И вот такая большая банка. Посмотрите, ее хватит надолго. Я не снимаю здесь защитную пленочку, потому что все-таки это подарок. Стоимость этой сыворотки, сейчас она идет со скидкой на сайте, 1340 рублей, по-моему. А вообще ее постоянная цена почти 1500 рублей. Эта сыворотка подходит для кожи после 30 лет и старше. Участвовать в конкурсе смогут только мои подписчики. Если вдруг вы сейчас смотрите это видео, но не подписаны на меня, то, пожалуйста, кнопка внизу «Подписывайтесь», и вы сможете тоже участвовать в этом конкурсе. В комментарии напишите, что вы хотели бы выиграть эту сыворотку, или напишите, что вы участвуете в конкурсе. И обязательно в комментарии оставьте ссылку на свою страничку в какой-то соцсети, чтобы я смогла с вами связаться в случае выигрыша. Обязательным условием будет репост этого видео на своей странице в соцсети. Многим неизвестно почему-то слово «репост видео». Репост или репостнуть видео, как сейчас модно говорить, это значит разместить на своей страничке в любой соцсети ссылку на данное видео. Обязательно под видео поставьте лайк. Ну, а победителя мы с вами определим 10 августа. Я всем вам желаю удачи и победы в этом конкурсе. Ну, а на сегодня все. С вами была Татьяна. Я вас всех люблю и целую. Всем пока-пока. Будьте красивы.